without you. Всем привет, друзья! У нас вторая часть. Получается, мы пытаемся сбежать. Вторая часть. Я тут за кадром пока что побыл смог чуть-чуть сбежать, но у меня это все не записалось. Опять же, монтаж. Смотрите, у нас все сохранилось. Это слава богу. Сейчас мы полазим, тут найдем все. Так, открываем. Да подожди. Так. Блин, она сейчас в одиночку не запихнут. Кстати, мы за прошлые миссии получили магию, видите? 104 денушки. Да. Я не знаю, зачем бабло, но в принципе все говорят, что оно нужно. Подушка, кстати, я не понял для чего-то. Бежом. Обязательно нам ложки, мы будем испытывать еще один способ убежать. Ну что, пацаны, аниме? Я положу тихо. Так, надо его обыскать. О, скотч есть. Так, сейчас возьмем скотч. Обязательно заберем дубинку. Забегал форму. Так, смотрите. Так, и заберем. Так, поехали. Быстрее. Сюда. И завязываем. Так, все. Видите, он у нас завязан. Теперь. Кстати, вы мне поставили лайки, подписались на канал, мне стало лучше. Так. Следующий работник. Так. Ну, понятно. Так. Несем следующего. Если что, я прихожу по моим мотивам герч. Так. Что такое? Тогда я вот я заберу ключик пока что, да? Так, ты это заберешь? Так, я это заберу ключики, буду офицером, вы как хотите. А, тюремщик посадит вас в... Так, такого риска все. Ой, не, стой, нет, меня вынесли. Ладно. Так. Ищи, Мишка. Хорошо. Тихо, главное, чтобы он там лежал. Не в одиночную. Ну, люди, будет очень сложно. Ладно, придется ложками копать подкоп. Да, люди, придется. На этом мы начали. Побежали. Взяли ложки. И возьмем вилочки. А это нам на всякий случай. Если кого-то вырубит. Так, побежали. Сейчас мы будем копать подкоп. Вот. Поехали. Ну, будем потихоньку копать, но ничего страшного. Потому что нам надо как-то сбежать, так что... Все... способы важны. Так, тихо. И еще копаем последние ножки, которые у нас есть.
Так, все, побежали быстренько на завтрак. Так, тут столовый нет, все, мы пожрали. Так, что тут такое? У тебя есть что-то, так? Нет, ничего. Не скучу. Ты что у меня за пара? Нет, в одиночную не надо, пожалуйста. Не надо в одиночную, аллилуйя. Так, 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 так. Так, открываем. Все, теперь мне сестра мешать не будет, не будет. Да, не будет. Мы подходим к нему. Тихо-тихо. Так, можем? Тихо-тихо. Так. Скотчик есть. Так. Так, тихо. Берем его и валим. Так. Студина. Мне сегодня будет худо. Можно ради приемника ставить. Изоляция, изоляция, изоляция. Так. Надо я ключ себе оставить. Блин, а! Ну, люди, у нас ничего не вышло. Будем в одиночестве сидеть. Так. Побежали, побежали, побежали. Все, мы тут. Теперь копаем. Главное, чтобы было все хорошо. Ну, что-то мы не устали. Чего не устали? О, скотч. Скотч. А чё я? А чё я, люди? Давайте так. Всё, я завтракать. Так, ложка. Так. Блин, отстань. Я не хотел никого бить. Так. Я не знаю. Все нормально. Сейчас мы будем тебя замазывать. Мне главное сейчас Да подожди ты.
Так. Надел приемник. Простите, молодой человек, я заговорила. Хорошо, хорошо. Побежали люди, побежали. Мы свободны. Фиху. Нет, нет, пожалуйста, нет, нет, нет. Убегай, убегай, убегай. Блин, все. И вот поймали. И это все? Ну ладно, всем удачи, всем пока, ставьте лайки. Мне, кстати, из-за того, что вы на меня подписываетесь, я вам сказал, и когда лайки ставили, и топ-комменты, вы мне помогаете, реально. Так что давайте в том же духе, поддержите меня духом, надеюсь, с вами будет все хорошо. Пиар это... Смотрите, я вас пиарю, на вас никто не подписывается. Те люди, которые не подписываются, просят пиар. Подождите, люди, ну... Давайте так, я вот делаю пиар, вы на него должны подписаться. Кто не подписался, тому пиар не делаю. Вот так-то. Давайте, вы обязательно должны мне... Ну, я посмотрю, вы на него подписаны или нет. Главное, чтобы у вас были подписки открыты. Кстати, и у меня они открыты теперь. Так что всем удачи и всем пока. Сможете посмотреть, на кого я подписан. Goodbye.